поделись впечатлениями по итогам игры с Ростовом. Результатом недовольны категорически. Конечно, это не поражение, но все равно хотели взять 3 очка и ехали туда за победой. И, в принципе, мы каждый матч хотим выигрывать. И, надеюсь, эта серия прервется у нас в матче с Стамбулом. А есть ли понимание у команды, обсуждали ли, может быть, между собой турнирное положение, что, ну, какое сейчас место занимаем, говорили ли между собой и что думаете по этому поводу? Между собой не обсуждали, но каждый из нас понимает, что мы не на своей позиции находимся и будем исправлять это в дальнейшем. Матч с Тамбовым – отличный момент, чтобы прервать эту серию, тем более играем дома. Да, согласен с этим полностью. При своих трибунах с хорошей поддержкой болельщиков у нас, я думаю, все получится. А сейчас вот там сегодня тренировались под дождем, вообще как бы тренировочный вот этот процесс. Сейчас наконец-то недельный у вас цикл, то есть побольше времени. Чему уделяете сейчас особое внимание в тренировках? Честно, не будем раскрывать все карты перед этой игрой. Просто нарабатываем связи и покажем все в игре с Тамбовым. Но ты веришь, что еще чуть-чуть и команду прорвет и на голы, и на моменты, и мы взлетим обратно в топ? Да, я полностью в этом уверен. И еще раз повторюсь, хороший шанс начать победную серию именно в воскресенье.